Girl, you should wear a name tag. Ni vicious perceptive. Girl, you should wear a name tag. Yeah. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor. Друзья, всем привет, позитива всем и добра, с вами я, Эд Скрайбер, и у нас сегодня обзор от легендарнейшей фирмы под названием Honor. Это первый Honor на этом канале, представьте себе. Наверное, недооцененная компания в некоторых кругах, по моему мнению, но знаете, пощупав вот этот аппарат, который мы будем сегодня рассматривать, это Honor 6A, мне он, ну, можно сказать, из бюджетников зашел. Я считаю, что это один из самых лучших бюджетников, и постараюсь вам сегодня это доказать. Вначале мы посмотрим на комплектацию, потом будут скрайп-характеристики, внешний вид и анализ фото и видео возможностей этого телефона. Итак, погнали. Вот такая красивая бирюзовая коробочка, абсолютно такого красивейшего цвета. Внутри все по стандарту, зарядка на 1 ампер, скрепка, провод и листочки. Лоток под сим-карты, в него можно установить либо 2 нано-симки, либо 1 нано и 1 микро-SD. Экран здесь IPS матрица, 5-дюймовый экран, 1280 на 720. Олеофобное покрытие тоже не очень хорошего качества. Я, честно сказать, вот честно не мог его проверить, потому что стекло уже было наклеено, но по мнению других, я соглашусь с ними, что здесь оно не очень такое. Углы обзора неплохие, то есть хорошо видно. Экран, так сказать, за свои деньги хорошо отрабатывает. Беспроводные модули связи. LTE во всех бендах, которые нам нужны, 7 и 3 присутствует. Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS. Ну и понятно, что здесь отсутствует NFC в силу своей бюджетности. Операционная система Android 7. Очень приятно, что 7 Android, прикрытый фирменной оболочкой EMUI 5.1. Это фирменная оболочка компании Huawei. Тоже об оболочке немножко попозже с вами поговорим. Камера здесь на 13 мегапикселей, автофокус есть и диафрагма f2.2. Фронтальная камера на 5 мегапикселей, снимает основная камера в Full HD качестве. Примеры фото и видео мы с вами посмотрим дальше в обзоре. Поддержка двух сим-карт, как вы уже поняли, здесь есть. И процессор. Процессор здесь Dracon 430, 1,5 ГГц, видеоускоритель Adreno 505. И версия это на 2 ГБ и 16 ГБ встроенной памяти. Также можно докупить и установить карточку на 128 ГБ. А сколько эта комбинация выбивает в Antutu? Новый Antutu показывает нам результат 54 600 бенчмарок. Неплохо для бюджетника. Есть также мини-джек и микро-USB. Звук в этом телефоне абсолютно посредственный. Ну, можно так сказать, что нормальный, но как от любого обычного телефона. То есть он неплохой, не хороший. Это просто звук, который есть. Батарея на 3020 мАч. Хватает ее на один день. А на морозе батарейка садится в 3 раза быстрее. Конкуренты этого телефона Redmi 4 и Redmi 4A. Здесь также есть отпечаток пальцев, достаточно шустрый и работает в норме. Телефон стоит около $100, можно найти его в интернете, или около 6000 рублей. Ссылочки на продавца в описании. О внешнем виде. Лицевая панель абсолютно похожая на все остальные телефоны, кроме надписи Honor на передней части, внизу под экраном. Сверху динамик разговорный, камера, ну и различные датчики. У него нет каких-то сенсорных кнопок, кнопки на экранные. На задней панели глазок камеры, сканер отпечатков пальцев, вспышка и вот эта часть металлическая, а сверху и снизу пластиковые вставки. Все остальные кнопки по принципу компании Xiaomi расположены в тех же местах, поэтому о них даже говорить не стоит. В целом это такой обычный дизайн китайского телефона. В нем нет ничего выдающегося и он не выделяется как-то из толпы бюджетных телефонов. Поэтому его можно с легкостью перепутать с другими смартфонами китайских производителей. Задняя крышка новинки сделана из металла. Ну как новинки, новинки прошлого года. Это придает смартфону более солидный и дорогой вид. В отношении операционной системы. Все стандартные функции Nougat работают. Многооконный режим, мгновенное переключение
сообщение между двумя последними приложениями, ответ на сообщение из шторки уведомлений и так далее. Сама оболочка от Huawei стала удобнее, красивее и логичнее. Однако чувствуется, что для бюджетного телефона эта оболочка все-таки тяжеловата, и смартфон иногда задумывается. А если вы загрузили в него кучу игр и различных программ, то задумывается он гораздо-гораздо чаще. В бенчмарках результаты не самые высокие, но Honor 6A не ударит в грязь перед тяжелыми 3D играми. Конечно, их нужно будет ставить на самые минимальные настройки, но поиграть можно, это честно. Но если вы играете в различные казуалки, там различные такие типа бродилки, то, конечно, телефон будет справляться без проблем. Камера. Honor 6A получил стандартный набор камер на 13 мегапикселей f2.2 на тыльной стороне и 5 мегапикселей на лицевой. А интерфейс приложения довольно простой, и в распоряжении фоторежима есть HDR, замедленное видео, таймлэпс, панорама, и даже присутствует профессиональный режим, при котором можно настроить ISO, выдержку, баланс белого, фокусировку, ну и так далее. То есть это тоже один из хороших плюсов фотокамеры. Давайте посмотрим, на что способна камера. Вначале тест на линзы увеличиваем, и мы видим, что первый и второй, и третий, четвертый ряд полосочек хорошо виден, но не очень хорошо виден пятый ряд, и это понятно в силу его бюджетности. Увеличиваем и видим, что справа такая же детализация, по сути, какая и в центре. Это говорит о том, что линзы хорошо стоят, хорошо установлены. Это один из плюсов. Результат и в центре снимка, и край снимка, по сути, почти одинаков. Более близкий делаем снимок и видим, что здесь уже более четко, более четкие границы, более контрастный снимок получается. И, в принципе, даже пятый ряд полосочек виден. Но, конечно, все это очень и очень плохого качества. Для бюджетного телефона мы понимаем, что это достаточно хорошо. Далее снимок при отсутствии достаточного освещения. Видно здесь, что есть шумы, ничего выдающегося. Далее при стандартном освещении комнатном также есть некоторые улучшения. И такое чувство, что автофокус немножко бегает и не может сфокусироваться на объекте. И следующий снимок при хорошем освещении. Ну, я тоже бы сказал, результат так себе, но мы все-таки учитываем, что это бюджетный вариант и понимаем, что неплохо. Давайте сейчас посмотрим пример видео. Друзья, снимаем сейчас на основную камеру. Сразу хочу сказать, что звук пишу непосредственно на телефон. Звук я сознательно не прибавляю. Ну, на компьютере, да, чтобы вы могли оценить нормальное звучание, то есть как вы будете писать непосредственно на телефон. Основная камера мне понравилась, ну и вот оцените видео в Full HD качестве при хорошем освещении. Фронтальная камера. Давайте увеличим и увидим, что она абсолютно унылая. Никакой детализации, цвета искажаются, цвета неестественные. Видно, что это абсолютно дешевая, дешманская камера, которая не справляется со своей задачей. Если вы селфи-мен, то этот телефон я вам не советую для покупки вот именно с этой селфи-камерой. Итак, друзья, тестим сейчас фронтальную камеру. Тест на фронтальную камеру. Я сразу скажу, что она вообще не очень снимает и для селфи, конечно, не пойдет. Ну и вы можете оценить немножко качество видео. Итоги, друзья. Honor 6A не лишен недостатков. Он бывает задумывается, когда переключаешься между приложениями. То есть, если вы телефон загрузили по полной программе, то он, конечно, будет подтормаживать. Но здесь есть хорошие плюсы. Это металлический корпус, есть сканер отпечатков пальцев, есть хороший процессор. В принципе, неплохая камера для бюджетного телефона. Есть, конечно, и минусы, как мы уже сами поняли. Это в большей степени фронтальная камера. Допустим, на Xiaomi Redmi Note 5A Prime, которая, да, то есть там фронталка просто бомбезная, и, конечно, она здесь не может составить никакой конкуренции. Плюсом еще бы я отметил, что цена не такая большая, то есть около где-то 6000 рублей или же плюс-минус $100. Это тоже очень хорошо, потому что, как правило, за эти деньги нам предлагает или же Mediatek, или что-то в этом роде. То есть, по сути, у Honor конкурент только компания Xiaomi, и для меня когда-то это стало удивлением. Сейчас я не удивляюсь, действительно, Xiaomi и Honor стоят на одном уровне, и выбирать надо между ними. Мне кажется, даже по сравнению с Honor проигрывает где-то и Meizu. Но это дела такие еще, просто такие разговоры. Но в целом я хочу сказать, что Honor — это отличная альтернатива компании, в первую очередь компании Xiaomi. Так, друзья, с вами был я, Эд Скрайбер. Подписывайтесь обязательно на этот канал, ставьте обязательно большущий, жирнющий лайк. А напишите любой комментарий под этим видео. Просто, если вы не знаете, что написать,
сайт, скопируйте соседний комментарий и поставьте его. Спасибо вам, друзья, за поддержку. С вами был я, Эд Скрайбер. Всем хорошего настроения, радости, позитива и добра. Всем пока-пока.